Привет! Оля! Мы вас приветствуем в арт-студии. Если кто не знает, я Эрика Вейс. И я сам Эрика Мундель. И мы хотели бы вам сегодня показать, как сделать подарок для родителей. Для этого мы будем использовать вот такую елочку и золотые конфетки. Entonces, voy a coger el árbol y voy a coger el bombón. Le quitamos el papel con cuidado, pero ya le tenemos el papel quitado. Y entonces se lo quitamos, aunque también podemos usar bolas y una piña con purpurina y estrellitas y después pintura. Entonces la otra Erika me va a ir poniendo el pegamento para que yo ponga el bombón, bolitas, la piña y estrellitas. Я помогу маленькой Эрике с клеем, потому что он горячий. Техника безопасности. Давай. Начали? Да. Приступим. Сюда будет конфета, да? Давай, клей. Cojo el bombón y lo pego. Угу, хорошо. Молодец. А теперь возьмем... Ahora cojo una bola con purpurina. Угу. Давай. Y la coloco. Así? Нет. Вот так, да. Раз, а то клей высохнет. Так, что теперь будем клеить? Конфеты? Ahora vamos a pegar una... Нет, давай сначала еще конфеты. Давай сначала еще конфеты. Ahora otro bombón. Y lo pegamos. Молодец. Нужно немножко подождать, когда клей остынет, тогда только оставлять конфетку, потому что может скатиться конфета. Y entonces, да, ahora да, voy да. a coger el dorado. Вот. Теперь. Ahora otro bombón. Давай сюда еще бомбон поставим. Вот сюда птичку. Нужно было паутину. И где у нас еще не хватает конфетки? Сюда. Раз. Aquí voy a poner esta bola. И сюда конфетку, да? Otro bombón. Y hay que pegarlo con cuidado porque hay muchos hilitos que suelta. У нас получилось много паутины, но только ты немножко вот сюда. Вот. Хорошо. Все. Entonces, ahora vamos a coger la cajita de las estrellitas. А я предлагаю все-таки сделать вот не и вот vamos a poner unas estrellitas. А я предлагаю сделать все-таки вот эту штуку. Будешь клеить? Да. А куда ты эти приклеишь? Pero primero vamos a poner un poco de estas bolitas. Y yo primero lo voy a poner así, después lo podéis poner como queráis. Сейчас мы вам покажем, что у нас из этого получилось. Оставайтесь с нами. Esto es lo que nos ha salido. Вот что у нас получилось. Я думаю, мы были вам полезны. С наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Feliz Navidad. Adiós. Пока!